Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей. Мы продолжаем охотиться на Серегу, на Морелкина, потому что, как мы помним, в прошлый раз у нас с вами нихуя не вышло. Мы его не смогли ни взорвать, ни расстрелять, поэтому в этот раз мы просто едем куда-то там в какой-то ресторан, чтобы в очередной раз попытаться его убить. Сегодня с нами в гостях в нашей машине едет Полина, наш старый знакомый, который уже лоханулся один раз, потому что убил немножечко не того человека. Ну какая разница, он убил Морелла, не Морелла. Все равно как бы его приближенного Полинка ебанула, а это самое главное. На одного, так сказать, конкурента у нас стало меньше. Он такой же молчаливый, как и сам Дон Сальери, не знаю, возможно, он в его какой-то внебрачный, внезачаточный сын, поэтому у них с ними одни и те же привычки, и они не любят разговаривать, когда едут вдвоем в машине, так сказать, в кабриолете, в модной, в спортивной машине, я бы даже добавил. В такой машине просто, ну, язык сам должен развязываться, он сам должен постоянно что-то пиздеть, что-то рассказывать, но нет, они просто молча едут и смотрят в лобовое стекло. Сальери у нас засыпал, мы помним. Он просыпался только, когда мы куда-нибудь врезаемся. Когда мы врежемся с этим чуваком, вряд ли мы что-то сможем вообще из него вытянуть, потому что он еще брутальнее, еще каменистее, чем сам Дон Сальери. Поэтому хуй с ним. Это не менты? Нет, это не менты, поэтому мы спокойно... А тем более зеленый свет. Мы проскочили, так сказать, на желтый, а на желтый проскакивать допускается, но не рекомендуется. Это я вам, ребятки, говорю точно. Не надо проскакивать на желтый свет. Лучше, блядь, подождать, если перед вами только что горел красный, либо притормозить и потерять там, блядь, минуты половинку, но при этом остаться в нормальном, в живом состоянии. Потому что, как мы знаем, кроме нас есть еще много других людей, которые хотят проскочить на желтый. Соответственно, они начинают на него проскакивать, и еблысть, и все, и нахуй. И ни одного человека, проскакивающего на желтый, больше нет. Вот такие вот грустные, ребятки. Блядь! Вот сейчас самое время для тебя, мост. Ты просто вовремя, нахуй, сейчас поднялся. Или ты опускаешься? А, он опускается. Ну, хорошо. В принципе, вовремя, да? Поехали, Полиныч. Не-не-не, подожди, Рада. Давайте. Подождем. Так, он все сложился. Замечательно. Надеюсь, мы не упадем. Отлично, просто проскочили. Нормально. А вы стойте, неудачники. Ха-ха-ха-ха-ха. Так-то нахуй. Стоят, ждут. А не надо ждать. Надо действовать. Надо работать. Надо... успевать надо, потому что время не ждет, а преступники тем более, их надо наказывать. Серьезно говорю, чувак нахуй, не надо вылазить так из машины. Ебать, думал, они врезались, как на картинке. Что у меня с глазами постоянно что-то происходит, не понимаю вообще. Помирать может скоро, ну ладно, не знаю, ну уже, блядь, все остановись на стоянке, те парни в черном, это они. Окей, давай, покажи нам, как надо делать. Это ты кому сейчас? Вот они охуели, увидев парня с автоматом, походу. Мистер Сальери просил вам передать. Вот черта тут. Держи. Нет. Ну, это в корне меняет ситуацию, господа. Ёбаный ты дебил, а? Ну, постоянно, почему у тебя постоянно... Садись, блядь! Почему у тебя постоянно ничего не работает? Оторвитесь от хвоста, без проблем, поехали. Отрываться от хвоста, блядь. Так, хвост сейчас прям в меня летит. Хорош, а мы его наебем. Мы вот сюда поедем, а хвост въебется в столб. Нихуя, ты представляешь, не хочет хвост въебываться в столб. Давай-давай, пролетай туда. Он, давай-давай-давай-давай. Не вздумай меня стрелять. Тихо-тихо-тихо. Давай, Полиныч, постреляй их всех нахуй. Отлично. Мы выиграли какую-то секунду времени, пока они будут разворачиваться. Хотя они уже не разворачиваются. Охуенно. Ну хорошо, поехали с этой стороны. Опа! Подстава века это называется. До свидания, товарищ. Ой, блядь, еще ограничение скорости не убрал. Они ведь так и догнать могут. Они, в принципе, и догоняют, суки. Они ведь догоняют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего, сейчас устроим змейку нахуй. Попробуй нас догнать, бля. Давай. Воу, воу, воу. Нихуя нормально тачка жмет у нас. Ты посмотри, что происходит. Чуваки, чуваки, подождите. И вы мне не нужны нахуй. Отойди, пацан. Тихо, спокойно. Спокойно, куда нам? Нам надо сейчас свернуть. Свернуть где-то надо. Вот здесь вот примерно. Окей, сворачиваем. Сворачиваем. Хорош. Ну что, наебаш? Нет, не получилось, ты представляешь? Тогда поедем по центру. Они по-любому соберут какой-нибудь столб. По-любому какой-нибудь столб они соберут. Они уже что-то собрали. Красавцы. А мы ничего собирать не будем. Мусора, тихо. Скорость. Отлично. Музыка, музыка. Как мы слышим, музыка прекращается. Это значит, они отстали. Извините. Блять. Возвращайтесь к Сальери. Вот, собственно, и все. Поехали по рельсам. В принципе, мы тоже, наверное, имеем право ездить по рельсам, когда трамвая нет. Почему нет? Серьезно? А, почему нет трамвая? Я не в курсе. Почему нет? Я имею в виду, почему нельзя. А можно?
Чувак, ты не видишь, я проскачиваю, я заканчиваю маневр. Я как раз на желтый проскочил. На то, как делать не надо. Ты-то, блядь, куда лезешь? Я вам то, что продемонстрировал, потому что, как мы успели заметить, мы на желтый проскочили, и тот чувак сразу ебанул. А если бы это была не компьютерная игра, а реальная жизнь, тот бы мудила вряд ли сумел бы среагировать, потому что мы знаем прекрасно с вами, что тот, кто за рулем другой машины, он постоянно мудак, а мы с вами самые лучшие, естественно, водители в мире. Так оно всегда и происходит. Мы, короче, полные лошпинаты, потому что не смогли уничтожить Серджио Мореллу аж в третий, по-моему, раз. А чё ж поделаешь? Такая нынче жизнь, не просто в наше время убить человека. Не, в наше-то просто, в те было непросто, потому что, видите, то автомат заклинит, то телефон мобильный, блядь, не тот позвонит, то еще что, то это, то все, блядь. Уйди, пожалуйста, не мешай мне нахуй. Я не в настроении, понимаешь? Я вообще, там вон мент идет. Давайте сигналить, чтобы отошел. Ебанутый. А че он хотел, блядь? Ну серьезно, он видит, я ему сигналю, он идет. Я сигналю, он идет. Дурак, серьезно, ну дурак. Больше тут ничего никак не скажешь, вообще не сделал. Да ты куда еще лезешь? Я только что мента сбил, блядь, я думаешь, не собью. Приехали. Здорово, ебать у тебя, гольф и чувак, моднящие. Мент растерялся, мы сверху с вами видим, типа, бля, что происходит, а куда они пропали, а как так-то? Копы подняты по тревоге, ты представляешь? А мне похуй как-то. Позже. Что позже? После такого количества провалов, Сальери передал эту работу другим. Ну, в принципе, все правильно. Меня он с ними отправил чисто для страховки. Это заебись. Просто сиди тут и смотри, а то опять чего-нибудь наборишь. Я тебе жопу напарю, еще раз так скажешь, понял, Чертило, блядь, вы ебать, он тут на меня стоит, а я пока чайку помешаю. Вы чайку себе заготовили, ребят? Без чайку смотреть неинтересно. Я пока его помешаю, выжму пакетик. Посмотрю на этого машиниста, или кто это такой? А, обладатель комнатной улитки? Охуенно. А, гусеница, какой улитки-то? Что-то они затеяли какой-то серьезный план, ребятки. Я предлагаю вам все вместе на это посмотреть. Но, естественно, при этом поглотать чайку. Блять, упала фишечка от пакетика прямо в стакан. Зачем? Любитель. Чего сказал сейчас? Любитель, блядь. Вот. Уже с чайком стало попроще. Чуешь, нет? Прям чувствуется, как чай протекает. Главное, чтобы он не вытекал. Потому что во время игры в туалет бегать очень плохо. Отвлекаешься, так сказать, от атмосферы, выпадаешь из нее. Вон написано, я рад, я американец, или я доволен, я американец. Нет, чувак. В молчанку играют. Или в то, кого пересмотрят. Точно. Они оба не моргают. А это его отвлекает специально, чтобы он отвел взгляд, короче, и проиграл. Они поспорили, походу, на что-то. Но этот, походу, вообще не собирается сдаваться. Он просто нахуй уставился. Че такое? Нихуя. Я не проиграю. Вообще никогда. Опа! Проиграл нахуй! Ха-ха! Лась рара ебаная! Ха-ха! А гусеница выиграла, представляешь? Гусеница обыграла человека в смотрелке. В гляделке, как это правильно называется. Я не в курсах, просто немножечко. Кто кого пересмотрит или что-то типа того. Как-то так. Приехал Сержик, блядь. У них хитрый план. У них хитрый план. Пиздец, какой хитрый. Они, видите ли, вон, что удумали. Ебать, у тебя уши грязные, короче. Фу, таким быть вообще, Сержио. Ты же практически лидер мафиозной группировки. Опа. У них есть своя железная дорога. Ребята выросли. Привычки остались, представляете. Они любят играть в поезда. У них есть свой собственный поезд. Свой, большой. Ну или как большой. Не очень большой поезд. Это на самом деле здорово. Играют. Блядь, посмотрите на его отвратительные грязные уши. Чувак, тебе бы надо их помыть. Серьезно. Ну неприлично же, не культурно. Ты-ры! Быстро разогнался, смотри какой, прям как настоящий. Хотя это и есть настоящий, что это я несу? Почему шлагбаум не закрыт? А потому что тебе пиздец, Сержик! Ха-ха! Короче, ребятушки, она вылетела, представляете? Вылетела. Я
Замочи этого козла на хвосте! А, и проебалось, короче, кусок записи с погони. Но там, собственно, ничего интересного не было. Мы просто, короче, мчали по городу за этим ебаным Сержиком. А в итоге приехали в порт. И поэтому теперь нам придется убивать его в порту. Потому что эта сука едет на бронированной машине, а за нами постоянно еще гоняются менты. И в итоге убить его просто нереально. Ну а что? Иди сюда, паскуда! Слышь, ты выражение-то выбирай, друж... Ну, как бы да. Да выебался это называется. Отлично. Так, тихо. А теперь начинаем аккуратненько действовать. Просто аккуратненько. Давай, выходи, чувак. Я помню, здесь должен выйти чувак. Давай, выходи. Выходи, дружище. Вот. Молодец. Следующий. Так, ты, пожалуйста, мне пистолетик отдай. Опа, спасибо. Ой-ой-ой, дружище, подожди. Так, здесь еще где-то кто-то должен быть. Где вот он? Вон сидит в кустах, сучонок. Сидит, смотри, в кустах. Так, давайте первым делом этого ёбнем. Не-не-не, подожди, на, по ноге тебе. Больно в ляжку-то? Конечно, больно. Еще бы тебе было не больно. Нахуй ты дверь закрыл. Мне пистолет надо подобрать. Так, где там? Он один, что здесь был? Не понял. Тихо, друг, подожди, ты так сильно не стреляй, я еще... А, вон еще, ебать, скачет. Конь. На, друган, спокойно, все, молодец. Так держать. А, вон еще один. Отлично. На. Хедшот, нахуй, в курсе, да? Хорош, я просто красавелла. Так, подбираем все, что осталось. Подбираем ружья помповые. Любые ружья подбираем. Пулеметы, автоматы, пистолеты, гранатометы. Все берем нахуй. Нам все пригодится. Перезарядочка. Так, теперь я предлагаю взять грузовичок и поехать, так сказать, вдаль. Поехать туда, потому что если мы пойдем пешком, это будет очень долго. Очень просто пиздец, как долго. И во-вторых, нам могут еще отвесить пару раз, ну как пару, пару-тройку, там пару-четверку раз нам точно отвесят. Поэтому спокойно, спокойно, чуваки. Тихо, все окей. Окей, оставайтесь здесь, а я поехал. Так, главное теперь вот здесь не подъебаться. Ой, кто-то мне пробил уже немножечко дырку в этом. Хорош, проскочили неплохо. Доезжаем просто практически до конца, потому что очень долгая и бесполезная езда будет. Поэтому мы ее минуем немножечко. Эти чуваки тем более нас практически не замечают. Спокойно. Молодчик нахуй, пролетел просто на ура. А теперь вылазим, теперь можно и вылезти. В принципе-то, немножко расстрелять всех тех, кто остался. И кто, в принципе, к нам полезет. К нам же кто-то полезет? Ну да, бегут вон, лизаки, блядь. Поближе, ребят, подходи по одному. Иди, давай. На, блядь. Чё-то игра лагает, заебала. Уйди нахуй. Ну, эй, воу, друган, ты подожди, блядь. Да откуда ты в меня, сука, попадаешь-то? Так, вон еще кто-то пригазовал прям нормально так. Где еще от помповой ружьишка? А вот оно. Отлично. Так, ты бежишь там ко мне, друг? Бежит, смотри, бежит, блядь. Бежит, вообще ничего не боится, нахуй. С пистолетом против ружья бежит. Ну не дурак ли, а? Ну скажи мне, пожалуйста. Все, последний? Все, нормально, отлично. Так, теперь пойдем, собственно, выручать. Как сказать, выручать? Выручать Серджио Морелло. Ну, если он, конечно... боится своей жизни, то мы, естественно, выручим и поможем ему больше этого не бояться. Вот здесь и чертило это, я помню, блядь. Чувак, до свидания. Вот и все. Опа, винтовочка. Бля, кто-то бежит. Подожди. Кто бежит-то? Ну-ка, нахуй, тихо. А, это ты, ебаный рабочий, меня просто пугает и путает меня. Так, бери винтовку. Отлично. Вон там, вон на вышках, по-моему, в заставке нам показали или не показали, там сидят два снайпера, два ублюдка, которые готовы в любой момент нас расстрелять, нахуй. А когда я играл первый раз... Воу, парень! Ты подожди там, блядь. Так, не попал. Попал. Убил, нахуй, красавчик. Вон еще сверху один. Чувак, это тебе. Ну, как не вовремя кончаются патроны, ты что? Давай еще одного. Все. Нет, он жив еще, ты представляешь, он жив, блядь. А вот теперь он мертв, отлично. Так, следующий. Вон еще один сидит, чертило, блядь. Ай, как в него попасть? На! Попал? По-моему, нет. А, нет, все. Не, не попал. А вот теперь попал. Ну, просто красавчик. А, когда я играл первый раз, я был в полнейшей панике и не знал, как открывать эти ебаные ворота. Я же не мог подумать, что вот сраные нарисованные текстурки могут на самом деле двигаться. А они прекрасно двигаются, представляете? Езжай. И да, кстати, там есть еще одна перекрывашка, которая переключает еще один. А,
как это называется, пролет, или как это, стрелки переводить. Так вот, оно тоже его перекрывает, но те трогать не надо, потому что если мы его тронем, вагон уедет прямо, это будет очень хуёво. Здесь, кстати, еще один черт должен сидеть. Вот, пожалуйста. Вот он, смотри, сидит. Ждет меня, блядь. Чувак. Воу, за что? Воу, 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 воу. Подожди. Блядь, не попал в него. Ты представляешь? Тихо, тихо. Вот, хорош. Вот сейчас молодец. Вот сейчас просто красавец. Ты пулемет нужен, нет? Том, скажи мне, пожалуйста. Че он? А, нет, подожди, не надо, оставь винтовку. Все, погнали. Так, вскрываем, вскрываем эту ёбаную консервную банку с вот этим вот большим консервным ножом с бензином. Ну да, извини, маленько. Лоханулся я чутка. Ну что ж поделаешь-то? Он меня обзывает, пидор. Я не понял, ты что делаешь, сука? В смысле, блядь? Да мой брат сдохнет тебя вместе с семьёй. Ну, а я тебя. Ой, кончай, ты жмурик. Сам ты жмурик, блядь. Чё обзывается на меня? Кретин. Да я не буду. Я просто покурить пришел. Не на того наехал. Я уже понял, поэтому я ухожу, ты не видишь, что... Эй, слышишь меня? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нет, чувак, я тебя не слышу вообще никак. Ну, я, ты, мать, может быть, еще поспишь здесь, я не знаю, передачуешь. Шашлычка себе нажаришь, может, пацанов позовешь, блядь. Ёбаная эпичность. Полдня стоял, курил, чтобы пожечь ёбаный этот бензин. А если бы он там через черный ход какой-нибудь ушел в это время, опять бы пришлось его догонять 700 раз. Так, замечательно, а что теперь? А теперь нам надо бороться с людьми, которые оттуда побегут, судя по всему. Не, подожди, там кто-то сидит, сидеть должен, это я помню. Где вот он сидит? А, вон сверху, 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 отлично. Тихо, так, а кто-нибудь побежит на меня сегодня? Вот откуда он стреляет, хуй его знает. А, вон, сука. На, друг, в руку тебе немножечко. На, да что ты какой, блядь. О, хорош. Так, кто-то должен побежать, я помню. Можно их сначала выкурить, а тут маленечко людей, а потом уже убить остальных. Тихо, 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 это не то, вот это возьмем. Давайте, полигонечку, ребят, по одному выходи, пожалуйста, прошу. Во, отлично, все, бегут, бегут, блядь, бегут, суки, давай. Давай, 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 во. Ой, промахнулся, 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 все, попал, попал, заебись. Следующий. Ай, молодчик какой, а, просто красавчик. Так, помповое ружье, еще помповое ружье, а вот теперь пойдем вот так вот. Теперь пойдем просто расстреливать в упор. Сидит, смотри. Воу, друг, ты немножко заскучал, я смотрю, да? Ну ничего, я тебя развеселю. Здесь кто? Никого. Следующий. Эть, никого нет, ты представляешь? И Сержика нет, ну ебаный. Оу, блядь, нихуя себе. Тихо, 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 ребятки, вы что делаете-то? Да мне в рот тебя ебать, Морелло, ты не Морелло. Тихо, чувак. Тихо, чувак. Отлично, так, теперь надо убить Морелло. Морелло это тот пидор с пулеметом, поэтому к нему надо подходить очень осторожно и очень аккуратно. А лучше вообще с какой-нибудь другой стороны, где поближе ему можно расстрелять. А, как бы это все обойти-то, подожди-ка. Он же сейчас начнет меня палить дико бешено прям. А я вот так вот сделаю. Хоп, нахуй! Ай! Эй, нормально. Блядь, а здесь тупик. Бля, вот это, короче, неувязочка. Нам бы ту винтовочку сейчас подобрать. Ну да ладно, хуй с ним. Постреляем в него из пулемета. Как он нас, так и мы в него. Чувак, 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 одумайся, подожди, подожди, тебе это не надо, подожди. Блять, у меня все лицо кровью закапано, я ничего не вижу. Ха-ха-ха. Как касатка какая-то, смотри, как могу, заебись. Нихера себе. С такого расстояния в лоб прям попасть. С Томпсона. Томми, тебе, блядь, надо свою стрелковую школу открывать, я тебе серьезно говорю. Будешь самым брутальным вообще стрелком из всех стрелков, которые только могут быть. Бля, он еще живой. Ну че, сучка? Боишься меня? Боишься меня, скажи? Ах, как... А, умер просто гениально, шедеврально. Ах, оставьте. И подох, сука. Ладно, так, что у нас тут? Опа, аптечечка. Заебца. Вот это вообще неплохо. 68%. Это значит, что в нас еще будут стрелять, судя по всему. А кто нас должен стрелять? Пакет шуршит. Может, на нас набегут те люди, которых мы еще не убили? Нам бы отсюда надо вальнуть как бы побыстрее. Ну, винтовочка. Пригодится, наверное. Нет, подождите, давайте поменяем ее на этот.
Во, на помповое ружье. Давай. Да не, вот так вот сделай. Подожди, вот так вот и... Во, хорош, а теперь берем эту. Во, замечательно. Кто бежит? Кто-нибудь есть? Нам нужно отсюда, ребят, свалить срочно. Но нам эту машину не дадут, потому что он не умеет ее вскрывать. А вон там он есть выход. Ой, блядь, ну точно, я же говорю, бегут, сука. Ай, вот это кульбит сейчас был. Так, ну что, с какой стороны начнем-то? С кого? Чувак, это тебе. Это опять тебе. Ты умер, да, отлично. Это тебе, чувак. Ах, сука, промахнулся, представляешь? Стой! До свидания. Так, вон еще один сидит. Ты чё? Ну как не вовремя ты перезаряжаешься, Том. Ну что ты будешь делать-то? На, друг. Бля, ушел, смотри, прям с прицела ушел. А, кто с... А, вот еще один. На, чувак, это тебе. Да ебаный ж тебя, Гитлер, ты, а? Да подожди, дай перезарядиться, что ты делаешь-то? Ах, сука. Да ебаный же в рот. Да неужели, блядь, ты помер? Я уж думал, этого никогда не случится. Бежит вообще беспредельчик. Надо было с пулемета всех пострелять и все. Козел. А ты что орешь, дружище? Все нормально у тебя? Все хорошо? Блять, а че ты мимо людей стреляешь? Что, совсем навык растерял? О, точилка. Поехали. Вот и избавились мы, собственно, от Сержика-то нашего, от Морельчика, который, в принципе, нам нахуй не нужен был. Это, на самом деле, просто замечательно. Везет же гаду. Нет, уже гаду не везет. Такая вот грустная печалька. А вернитесь в бар Сальери, поехали. Поехали, вернемся без проблем. Так, что-то никуда, не туда поехал. Развернись. Ограничилочку включи и поехали спокойно. Оружие убрали, потому что мало ли копы тормознут, а у меня... Блять! Столбы-то немножечко не падают. Почему-то, не знаю, с чем это связано. Почему они не могут... Были, не могли были... Не могли были... Не сделали обычные ломающиеся столбы. Как в GTA-шке, в Vice City. Там же все подряд ломалось, насколько я помню. Я в San Andreas не очень играл, поэтому не очень помню. А вот в Vice City я помню, что все нахуй ломалось. Так, а нам же сюда даже и через мост не надо переезжать. Мы уже находимся на острове в баре Сальери. Это круто, это классно, это прям... Пизда! Ну, в смысле, мы только что убили Сержика. Сержик, это заслужил, дружище, извини. Вот ты, конечно, не заслужил. Ты, конечно, был ни при чем, но... Я сейчас просто не справился с управлением. Ну, с кем такого не бывает, ребятки? Ну, все же когда-то не справлялись с управлением, наверняка. Да. Да. Так и было, серьезно. В ноты, во все ноты попал. Мы вернулись в бар Сальери. О, блядь! Замечено оружие. Нет, сперва нахуй. Нужно избавиться от копа. Конечно, естественно, блядь. Сбрось оружие, нахуй. Все, никто ничего не видел. Правильно или нет? Где коп-то? А, он один тут, блядь. Вот и все, и никаких копов, нахуй. Никакого оружия никто ничего не видел. Ребят, вы че вообще? Мусора, по-моему, едут. Но я-то от копов уже избавился. Поэтому все спокойно. Tonight! От Хелло. Это было непросто. Да? Заполучили Морелло в нужном месте. Это остается хорошо. Последний шаг. Какой? Уничтожить его. В его кварталах процветают воровство, грабеж, шантаж, незаконные лотереи, и горные притоны, и бордели растут, как грибы. Тебе жалко, что ли? Но в чем же главная проблема? В чем? Наркотики? Хрена с два. А да? Проблема в том, что мы не получаем с них ни цента. Так это, блядь, его квартал-то, если что. Его организация развалится. И все его мелкие жулики, воришки и бандиты перебьют друг друга без сильной руки, которая наводила порядок. Сегодня мы наконец-то сможем убрать ублюдка раз и навсегда. Ой, он затеял, ты смотри. Точно. Ну-ка давай, рассказывай. И информаторы говорят, что его можно изловить. Серьезно? Морелло очень осторожен и почти никогда не показывается на людях. Вот сучка. В бронированном лимузине, прямо как улитка в раковине. На сегодня он вылезет наружу. Он идет в театр, чтобы пообщаться со сливками общества Lost Heaven. Еба. Мы поедем туда и дополним спектакль. Они рискованно. Рискованно. Но это единственная возможность грохнуть его на публике. И всем показать, чего мы стоим. Вот что ты какой? Подождем, пока не кончится представление. Ага. Люди начнут выходить. Соответственно, ага, начнется толкотня. Пока Морелло будет пытаться выбраться, его гориллы вряд ли смогут заметить нас до того, как мы убьем его.
Позаботьтесь о том, чтобы не привлекать к себе внимания. Ты логичен, пиздец, ты прям красавчик. Оставить оружие только когда увидите его. Думаю, хорошо. Я его хорошо запомнил. Это будет несложно. Морелла любит белые костюмы, а их немногие носят в наши дни. Грязно на улице, возьмите как бы. Возьмите себе по Томпсону у Винченцо. Неужели ведут Томпсон сразу? Сразу в начале миссии ведут Томпсон. Представление заканчивается в 9 часов. Не опоздайте. Хорошо. Как на скажешь. На этот раз должно сработать. Ну, вперед. Естественно, сработает. Если ну, мне погнали. Дадут Томпсона, я, блядь, кого хочешь, завалю. Ну-ка, Полиныч, отойди. Я первый на раздачу. Кто первый пришел, того и Томпсон, нахуй. Надо такие правила установить. А то я вечно прихожу, мне дают какую-то пуколку или биту. А я хочу Томпсон. Я Том, мне по статусу Томпсон положен. Так нет, они мне дадут какое-нибудь говно постоянно, блядь. Здорово, Винс, дай мне Томпсон, я сегодня один, больше никто не придет. Быстрей, Винченцо, дай мне быстрей Томпсон. Одному мне, дай. Дай, Винс, заебал, дай быстрей. Винченцо, сегодня нам понадобится тяжелая артиллерия. Мы собираемся замочить Морелла. Ну, я думаю, что 600 выстрелов из старого доброго Томпсона сделают свое дело. Да? Там же, по-моему, всего 200 патронов, блядь. А, три, точно, мне дают три. Ха-ха-ха. С другой стороны, можете поддержать традицию и использовать для такой серьезной работы... Блядь! Да вы чё, сука, охуели, что ли, кони? Дайте мне, Томпсон, я не хочу с этой ёбаной пуколкой ходить. Бля, вот они колочи жлобы, сука. Это ж надо додуматься, а. Ну взяли и отдали мне какую-то сраную пуколку, ну серьезно. Хромой, блядь, ты где? Чё, мы на этом поедем, что ли? Я не хочу на этом ехать. А есть что-нибудь покруче вообще? Что-нибудь помощнее так, блядь. А он только идет. Ну да ладно, пойдем, поехали на этой, в принципе-то похуй. Меня обделили, ребятки. Меня, как всегда, обделили с оружием. Это очень плохо. Это просто отвратительно. Это, сука, какое-то говно. Вечно, блядь, какую-то посунут мне херню. Из этого реально автомата, как это назвать, из этого обреза невозможно никого убить, кто находится на расстоянии больше 2 метра, блядь. Давайте на этом, ребятушки, мы закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Бегите первым на раздачу оружия и никогда не позволяйте забирать у вас всех Томпсонов, потому что вам достанется сраный обрез. Все, ребятушки, всем пока. Нихуя тебе! Ты вообще, короче, наглый. Куда так разогнался? Я же заводил, блядь. Так, а это был какой? Мейн Стар? Давайте посмотрим.